Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Буква Н в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Люди с буквой И часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Экстремальные вибрации в этом имени указывают на благородство, достоинство, воспитанность, деликатность и уравновешенность. Иногда в этой личности присутствуют вибрации, указывающие на душевную слабость, то мы можем быть уверены, что имеем дело с личностью, склонной к депрессии, фобии или навязчивости. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Иногда буква И в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Буква Е придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Эти люди всегда имеют собственное мнение, даже при том, что они слишком чувствительны и добры. Навязать им чужие убеждения невозможно. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.